Здравствуйте, это «Время закона» сегодня в программе. ТО спровоцировал пробку, авария на мясокомбинате парализовала движение на несколько часов. Светоотражатели помогут выйти из сумрака. Дорожные полицейские предложили орловчанам аксессуар для вечерних прогулок по городу. Масленица, объедуха, как русские традиции помогают вернуться к нормальной жизни тем, кто преступил закон. Авария в районе мясокомбината на несколько часов затруднила движение в сторону кольцевой развязки. В соцсетях пользователи признавались, из-за серьезной пробки на Раздольной многие опоздали на учебу и работу. На мосту столкнулись Киарио и Ситроен. ДТП произошло во вторник в 8 утра. Пластиковые бамперы у обоих авто разлетелись на мелкие кусочки. Водители легковушек не пострадали. Сегодня водитель транспортного средства «Ситроен», двигаясь по улице Раздольная со стороны улицы Михалицына направления Болховского шоссе, не справившись с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, допустив столкновение с транспортным средством «Кия». Массовая авария произошла в четверг, 27 февраля, на пересечении улицы Революции и Московской. В районе 4 часов вечера столкнулись 4 машины. Как сообщили в ГИБДД, при повороте на Новосильский переулок «Лада Ларгус» врезалась в «Пежо». От удара иномарку отбросила на припаркованный «Рено Логан» и «Хёндай Солярис». По данным госавтоинспекции, пострадала водитель «Пежо». На месте происшествия ей оказали необходимую помощь. Момент аварии в районе завода «Медведево» попал под прицел уличной камеры видеонаблюдения. ДТП произошло 26 февраля. На кадрах видно, что грузовик намеренно въехал в ограждение, чтобы не протаранить легковушку. Однако избежать небольшого столкновения с «Ладой Ларгус» не удалось. Как сообщают в региональной ГИБДД, в результате происшествия никто не пострадал. В феврале 2020 года на дорогах Орловщины произошло 19 ДТП с участием пешеходов. 2 человека погибли и 17 пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. Самое большое количество аварий приходится на темное время суток. Как правило, пешеходы носят одежду без светоотражающих элементов. Чтобы предотвратить такие дорожно-транспортные происшествия, чтобы обезопасить пешеходов, проводятся профилактические мероприятия, направленные на безопасность граждан, которые находятся в темное время суток вблизи проезжей части. На помощь сотрудникам ГИБДД пришли юноши и девушки из организации «Молодая гвардия». Они останавливали пешеходов в центре города и рассказывали им о необходимости носить светоотражающие элементы. Мы начинали с ряда одиночных пикетов. Мы выставляли по обращению жителям, потому что освещение в городе находится, к сожалению, в плачевном состоянии. Улицы, дворы. И к нам много граждан обращались с этим вопросом. Мы провели эти пикеты. До сих пор вопрос, к сожалению, пока не решен, хотя и многие организации обращаются к этому. Поэтому пока есть эта проблема, мы решили таким образом позаботиться о наших гражданах, решить хотя бы сделать шаг вперед к решению этой проблемы. Орловские пожарные и спасатели призывают вести здоровый образ жизни. Наш город вновь принял эстафету Всероссийского пожарно-спасательного флешмоба. Задача акции – привлечь внимание к здоровому образу жизни, занятиям спортом и вопросам безопасности и жизнедеятельности. Акцию активно поддержали горожане, большинство приходило с семьями. Помимо зарядки флешмоба, участники могли узнать много нового на тематических площадках. Авария на Прокуровке 23 февраля собрала большую толпу зевак, а затем и в соцсетях ее бурно обсуждали пользователи. Какие темы еще волновали орловчан, смотрите в нашем дайджесте. Начнем обзор с трагической новости. В Орле 38-летняя женщина выпала с 16 этажа. Трагедия случилась в Зареченском микрорайоне. Сейчас праздники, многие не умеют гулять, окна нараспашку, сидят на подоконниках. Может, просто потеряла равновесие и выпала. Алкоголь до добра не доводит. Люди все разные. Столкнувшись с проблемами, кто-то идет напролом, кто-то плачет и пускает все на самотек. А кто-то просто уходит от проблем. Эта авария стала неприятным подарком водителям на 23 февраля. В районе Прокуровки столкнулись две легковушки. Десятка двигалась с «Микрона» на центр, а «Ларгус» из центра поворачивал на Прокуровку и не пропустил десятку. Виновен «Ларгус». Говорят, пострадавший в больнице с серьезными последствиями. Нога в нескольких местах сломана. Каскадер? Нет, это вовсе не сцена из фильма. Так развлекается молодой орловский блогер. Все ради хайпа и лайков от подписчиков. Пользователи говорят, что парень устроил покатушки на территории аэропорта «Южный». При этом из страховки у него была лишь пара огнетушителей. Известно, что экстремал получил несколько ожогов.
горит, как чучело на масленицу. Хорошо, хоть вдали от людей такое устроил, чтобы никто не увидел и, не дай бог, не пострадал. И пока блогер осветил огнем пол аэропорта, в другом районе города полная темнота. Автор поста говорит, от общежития до Олимпийского бассейна на Новогорке не горит ни одного фонаря. В телефонах есть фонарики. Пользуйтесь, если нет иного выхода. Какой-то лед пошел ненаходчивый. В таких случаях надо звонить дежурному по городу, а не фотки ВК постить. Бег, конечно, полезен для здоровья, но не на оживленной дороге. Автомобилист устал терпеть нерадивых пешеходов и выложил ролик, где женщина переходит дорогу в неположенном месте. Пропускающая машина создает аварийную ситуацию. Жаль, что реальных штрафов нет для пешеходов. VIP-парковка. Находчивый мотоциклист припарковал железного коня прямо в подъезде новостройки. Соседи возмущены. В полицию позвоните, это небезопасно. К мусоропроводу на улице выкатите, утром дворник уберет. Андрей Клычков провел заседание антитеррористической комиссии в Орловской области. Обсуждался комплекс мер по противодействию терроризму и экстремизму, профилактике и борьбе с их проявлениями в молодежной среде. В совещании приняли участие члены антитеррористической комиссии региона, муниципальных образований и представители образовательных организаций, сообщается на портале Орловской области. С понедельника по воскресенье в России празднуют Масленицу. Для исконно русских традиций нет преград. Вот даже и в местах, которые называют режимными, традиции тоже соблюдают. О том, как отмечают Масленицу в СИЗО, расскажет Юлия Сабельникова. Работа на кухне в СИЗО номер один кипит. В огромных котлах почти готов рассольник и рисовая каша с мясом. Но главное блюдо дня сегодня – они – блины. Румяные, ароматные. Кажется, что если повара не остановить, то горки этой не будет конца и края. Чтобы напечь 300 блинов, я должна заправить 50 сковородок. Повар Елена Николаевна свое кулинарное ремесло знает на отлично. Она словно колдует над всеми любимым лакомством. Если выпекать символ масленицы в таких масштабах на обычной сковороде, то провести у плиты придется целых 12 часов. Они горячие, а! Рецепт блинчиков классический. Главное – готовить с душой, говорит повар. Блины получились на удивление вкусными. И на 300 блинов, которые сегодня испек повар, ушла вот такая 25-литровая огромная кастрюля теста. В обычные дни блины в СИЗО не пекут. Из десертных блюд разве что компот. Но в этом году на масленичной неделе сделали исключение. Люди, которые у нас находятся, как говорится, за этой стороной забора, по ту, как говорится, сторону забора, они как бы тоже, я считаю, люди и могут на этот праздник как бы рассчитывать и тоже его хотя бы немножко в нем поучаствовать, попраздновать. Выпекать лакомство здесь будут два дня подряд. Символом масленицы скорого прихода весны угостят почти 600 осужденных, обвиняемых и подозреваемых, находящихся в следственном изоляторе. Какие законы вступят в силу в марте, расскажет и юрист Сурен Шахмурадян. С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам. Соответствующее решение будет принимать специальная медицинская комиссия. По мнению экспертов, это существенно повысит доступность для россиян определенных импортных лекарств. С 1 марта 2020 года вступает в силу закон, который разрешает ввозить на территорию Российской Федерации препараты, которые ранее были запрещены законом, и, соответственно, по разрешению комиссии данные препараты можно будет уже заводить на территории Российской Федерации. Речь идет прежде всего о препаратах, которые необходимы для лечения тяжелобольных людей. О данной проблеме активно заговорили в 2019 году, после того, как правоохранительные органы стали задерживать женщин, которые заказывали данный препарат за границей для выздоровления своих, там, скажем, тяжелобольных детей. На этом у меня все. В студии был Сергей Сергеев. Берегите себя. До свидания.